выращиванием смородины занимается практически каждый садовод. И размножить ее проще простого. Сегодня покажу вам, как можно размножить смородину черенками. Это самый простой способ получения новых саженцев. И главное преимущество этого способа заключается в возможности получения большого количества растений. Технология размножения состоит из нескольких этапов. Первый этап – это подготовка черенков. Второй этап – это высадка посадочного материала. Ну и третий этап – это уход за растением. Летом размножают смородину, осуществляют размножение зелеными черенками. Осенью и весной – одревесневшими. Значит, вот берут такой черенок. Берут вот такой череночек, отрезают его. Сейчас весна, уже листочки на 1/3 распустились. И начинают следующую процедуру. Мы взяли черенок, который должен быть не менее 5-6 миллиметров по диаметру и не менее 15-20 сантиметров по длине. Значит, делаем на нижнем срезе внизу, делаем косой срез. Значит, вот здесь у нас листочки. Делаем косой срез вот так. Где-то под углом 45 градусов. Следующий, значит, оставляем 1, 2, 3, 4 почки. Ну, здесь в данном случае уже листочки выпущены. И делаем срез над верхней почкой, где-то оставляя сантиметр при этом. Вот так. Второй черенок делаем то же самое. Значит, делаем косой срез внизу. Вот так. Раз, два. Ну, здесь три получится почки. И верхушечную часть мы срежем, чтобы у нас получился меньше испарялось влаги. Вот таким образом. Листочки мы обрезаем. Они нам практически не нужны. Вернее, не обрезаем, а подрезаем. И так у нас образовалось два черенка. Сейчас мы произведем посадку. Итак, череночки у нас готовы. В данном случае здесь два черенка. Ну, я как образцы их взяла. Значит, что мы делаем дальше? Почва заранее перекопана, то есть она должна быть рыхлой. Мы делаем небольшую траншею. Где-то приблизительно глубиной сантиметров 8-10. Берем наш посадочный материал и под углом 45 градусов вставляем в почву. Следующий черенок мы отступаем 10 сантиметров и проделаем тоже такую же процедуру. Затем череночки мы присыпаем и поливаем. Вот такая процедура посадки черенками. Между рядами должно быть приблизительно около 50 сантиметров, чтобы потом, сажая готовые черенки, вы могли их спокойно выкопать, не повреждая
корневую систему. Значит, следующая траншейка где-то будет на расстоянии 50 сантиметров.